Итак, всем привет, с вами Саша Сюньки Фридей, это Uncharted, 8-я серия, посвященная закрытию сезона Uncharted и Новому году. Поехали. Стартом говори, короче. Uh-huh. Ты когда короче, начинаешь запись, говори стартом. Молодец. Тебя все вокруг слышат. Skills. Так, нам нужно... Точняк, скиллы. Скорпион фигачить. Я прокачаю пулемет, вот шарп-шутер. X3. Нет. Оверкил. А, у меня не хватает ни на что, прикинь. Все, побежали нам, короче, надо через город, получается, нам туда. Через Эверет. Блин, ты на скорпион, что ли, хочешь? Да, мне надо патроны. А патроны где? Только о скорпионе. Пойдем быстрее, пока за нами какие-нибудь ложки не побежали. Вот всего лишь теми тупыми автоматами и стоп-лутами и вообще там все. Нормально. Еще лошары. Чтоб мы не уехали. Чтоб бенз. Ой, какой бенз. Чтоб эти железо забрать. Когда, короче, оно взрывается, там железо из него выпадает. Это все ясно. Блин, я танцую, как ты поешь вообще. Танцуем! Сегодня мы с тобой танцуем. И вот. Че, снимем, как Новый год будем ничего не делать? Снимем. Завтра будут на самом вот деле. За нами этот вот тварь. Он на скорпион бежит, отвечаю. Надо его опередить, побежали, Сень. Че он говорит? Иди в жопу, нига. О, Акс, Акс, Акс. Это же сам Акс. Пошли! О, блин, дай мне, знаешь, сколько у меня патронов на него? Дай мне патроны. Нет. У тебя оружие есть. Вот эта штука. На нем мало патронов очень. Я боюсь. Ладно, на. Потом мне отдашь, короче, пустые эти. Потому что я себе сейчас тоже найду такой же. Хорошо. Опа-на, опа-на, опа. Ой-ой-ой, ничего. Бей, у меня мало патронов. Бах только. Чё-то... Ой-ё! Кровотечение, падло. Пока, Арсений. Да какой пока, у меня тут есть эта штука. Чтобы перебинтоваться. Все, перебинтоваться. Ну а ты назад-то чё, когда бежишь, не смотришь, сейчас тебя опять умочат. Мне-то нельзя тратить патроны, точно, у меня 5 их осталось. Что? Я принял, что? НФС, ХТ, НИГ, ХТЦ, ТФЗ. Я даже вот отсюда слышал, как ты перезаряжался. А чё, Нигер-то нас обогнал уже? Не, он наоборот там где-то. А, или... Или он уже... Блин, так кто-то на Скорпионе 7, походу, лутается. На Скорпионе ладно, валяются зомбари. А нет, зомбари живые, значит, нет никого. Да ладно, я слышал же выстрелы. Так это ты... А, это, наверное, из города? Так, наверное. Сейчас мы тут... Опа, нафиг. Помогай мне. Убили. Изич. А, вон он лежит. Убрал. Таблетки вещь нужны. Блин, 3 патрона, мне вовнутрь зайти надо. Ты вовнутрь там аккуратно заходи, короче. Я ползет, полазю. Все, Сень, у меня 0. Ааа! Хавают меня, бежит. Ты какую катану спускайся, за мной бегает он. Спрыгивай. Он бежит. Давай. Он кусил меня. Все, мне хана, короче. На, быстрее, Сань, короче. О! Ты чё его не убил-то? Я другого убил, который бежал. Я думал... Короче, так. Вот, короче, вот первая, вот вторая. Сейчас аптечкой закинусь. И вот этих маленьких еще съем одну. Чё-то, по-моему, маленькая аптечка-то мощнее большой меня спасла. Бывает. Сейчас я вот эти таблеточки... И вот, Сань, у тебя кровотечение? Нету. Все, присачу. Все, пойдем, мне патроны нужны срочно. Это не мы случайно так патроны. Вайпер магазин. Но не вайпер все равно возьму, потому что я сейчас вайпер найду, тебе я пулемет дам. Okay. Опа-на. Не... Так, Energy Beer, Apple Juice. Ты внизу? Нормально. Нет, я здесь. Ты здесь был? Нет.
Я вниз убежал. Так, это чемикатлс, нафиг мне чемикатлс. Я пулемет побежал свой искать, вайпер любимый. Ну, походу не найду. Патроны на него нашел, а его не нашел, прикинь. Причем дофига патронов-то на него нашел. Прям Бывает иногда. Прям от души. Это ты? Я. Тут какой-то чувак сидит, стоит. Я, короче, переоделся. А, так это сейчас. Ты. Сейчас, да, это я. Окей. Это Сеня. Да Надо ладно, это Сеня. наверх сбегать, может, там случайно так на крышу кто закинул вайпер-то. На крышу кто случайно закинул там вайпер. Действительно. Нет, на крыше пусто. Сейчас мы будем трюки делать. Трюки от Саши Тюнинг. Тярям. А, это ногу сломал. Трюк, я тоже стюнг, а ты его сломал. Я, короче, пилу взял, пила пригодится нам иногда. Бенза. Ну, если как... Нет, просто пила. Metal bar, что это такое? Это шаурма. Блин, почему тут машины нету? Куда дальше пойдем? Так, файракс. Чё, ничего нету. Ух ты как. Убежал. Хотя... Так. А, я думаю, что он не бежит, а у него нога сломанная. Всё, погнали. Молодец. Погнали вот это, в конец карты вправо, там. Тоже эти полезные. Там вот пулеметы, кстати, лежат часто. Погнали. Сейчас, походу, с тобой мы поменяемся, там, петуха найдешь себе. Сейчас, походу, петуха, у меня петуха. Нога сломанная. Давай, я тебя допыхну. Вот, то есть, ну давай проверим ТП потом, если что. Если я далеко от тебя буду совсем. Точнее, ты от меня. Ну, о, так. Починилась нога. О, молодец. У тебя там 100 энергии, у меня тут еще набирается пока энергии. Тянем, тянем. У меня миллион лет набирается энергия, ты там уже бежишь. Бошку пробью. Эй, не надо. Все равно ПВЕ. Все равно нет патронов. Почему вайпер нельзя? А его нельзя разрядить случайно на патроны? Нет. Там просто в нем очень много патронов много. А вайпер тоже вроде милитари заряжает. А, не, вайпер же коробкой заряжается. Я забыл. Давай вали там всех, пока я добегаю. Еще вали, еще один бежит, двое даже. А, все, у меня один патрон. Сейчас я на этой стрячу. И то. Ой, давай, короче, отвлекай у меня еще стрела есть одна. Убегай, Арсений. У меня тоже есть одна. Эй, все, подстава. Промазал? Прикинь, один только. И то даже не сдох. А, нет, вот. Типа, стрелу сейчас подберу. А, нет, вот сдох в итоге. О, тачка, дальше... тачка стоит, прикинь, хаммер. Ой, я прицел нашел, лазерный. Так, что там нашел? Да, ничего, кроме прицела. На башне тоже залезал? На башню нет, сейчас залезу, жузи. На башне нож армейский, кстати, надо забрать. Действительно, надо забрать. Тогда выкину. Вот этот вот бронежилет одену, потому что он все равно... Ты чё нож-то забрал мой? А чё? Так это мой нож был. А давай нож, мне вообще нечем, ничего. Ну, крафт. Вон там, короче, блин, сейчас, секунду. На патроны. Паузу. Пауза, ребят, да, пауза. Это мы продолжаем. Поехали. Я же даже, у меня есть, короче, чтобы зарядить эту штуку. Чтобы зарядить магазин. А у меня есть машина. Откуда у тебя машина? Вот, нашел. Садись, поехали на военную базу, на военной машине. У меня кости разбились. Едем. Говори, куда ехать только. Едем. Нет, сначала едем в соседнее село на трассу. Там возьмем Наташу. Во. Ладно, говори, где трасса в итоге. Мы по трассе сейчас едем. Да не это, которая формула, где есть. Один, два. А, просто тупо вперед едешь и все. Погнали на военку. Ну так мы и едем на военку, только у меня патронов нет. Вот по дороге на военку мы заедем... Дави его. Так ты управляешь машиной. По дороге на военку мы заедем. На военку.
Нет, на трассу. По нам фигачит. На военку не заедем, да? Ой, стой, стой, стой. Нафига ты спрыгнула? Я уже обратно не буду ехать. Едь, едь. Вперед. А что ты там увидел? Офигеть, там заправленный квадрик. Квадрик? Ну этот, снегокат. Ну, на нем кто-то приехал. Блин, на него как сесть-то, блин? У меня не садится. Так он взорванный. Сейчас, жди. Сейчас не едь, конечно. Так, куда ехать-то, я не помню. Тупо прямо все. Но едем в соседнюю это военную базу. Блин, а чего у меня не садится? А потому что. Я их нажимаю, у меня не садится, прикинь. На Е садится. А? На Е садится. Ой, это чего? Нет. Блин, я уже на военной базе. А я что-то вообще делать, мне интересно. Берется что-нибудь. Сейчас буду стелсом, короче, всех этим милитари ножом. Воу, у меня тут сбили. А, ну конечно, милитари ножом, да, которого у меня нету, который Сеня заворал. Естественно, буду сейчас, да. Ладно, на трассу пока съезжу тогда. Да, едь пока на трассу, на свою любимую. Надо заправить машинку. Тут что-то жрет военная тачка, ой. Так он все это, вон сервер USP2CUAVIL. Не, не, сервер, это все нормально, что он тебе купол. Тогда. Их пишут, не стреляй, я мирный. Вот тебя, когда тебе так пишут, не стреляй, понял? Вот не стреляй. Хорошо, не буду стрелять. Нифига тут домов понастраивали, чуваки, ну. Еба, ха-ха-ха, тут прям на трассе дом. Воу, полегче. Не, ну дебилы что ли? Дебилы. Блин, да откуда меня тут убивают? Ладно, сейчас накачаю машину. Короче, можешь за мной ехать, потому что эта штука не берется. Да, ага, стоп-дов. А чё квадрик-то не берется? Чё-то не понимаю вообще. Потому что админский он, понимаешь? Блин, не понимаю. Так. Ладно, чтоб у меня сейчас грузовичок этот не стырили, пока я тут заправляю его. А то это все пауза. Мы продолжаем. Я сейчас еду по кругу. Представил то, что она Формула Е1 на самом деле. Представил, да и нашел Формулу 1, молодец. Тормозни-ко. Надо как-то вовнутрь туда попасть. Облутать местность. Посмотрим, нет ли никого рядом. Где-то тачка ездит. А, это внутри генератор фигачит. Внутри чего фигачит? Да тут, внутри того, где я сижу. Я гвоздики нашел и форму рабочего. Форму рабочего? В смысле? Какого рабочего? Форма рабочего. Форма рабочего? Бегу. Обратно к своей тачке. Все, сел. И вышел автоматически. Нифига она жрет. Кругаля дал и нафиг. А ты случайно два этих не нашел рюкзака для этих двух дробовиков? Ну, вообще-то у меня один рюкзак я нашел. Я нашел, короче, один желтый дейпак. Дейпак, нига. Дейпак. Ну, это который дейпак такой. Дейпак, йоу. Такой. Нереально, почему квадрик нельзя садиться? А куда зомбаки побежали? Так, ты на военке, да? Там для меня что-нибудь есть? Лечебки есть там вообще? Я откуда знаю, у меня оружия нет на военку идти. А ты на военке? Стелсом-то без оружия, ничего никак. Как? У меня даже ножа нету, ты его забрал. Я же говорю, без оружия. Нет. Стелсом. Блин, ну ты... Том-то и прикол то, что на военке стелсом без оружия никак. Ладно, сейчас дам, потому ну, что зато... меня и так дофига уже подобрал я. Сейчас я тоже подберу дофига, подожди.
Блин, мне патрончики, это что? Армейский Приехал нож. бы за мной, но нет, там надо просто вот побыть, Сейчас приеду. подождать. Так я уже добежал почти. Я тут тачку, блин, всякими цепями оборудую, значит. Я тоже вон вижу. Я чувакам, короче, подарил арбалет. Там два чувака было, я им арбалет подарил. Красавчик. А я тут машину... Они также сказали. А я тут машину шипами снабжаю. Красавчик, чё? Вот она мне так же У меня, сказала. кстати, тоже одни шипы вроде были где-то, когда-то. Нет, на другом сервере. Ну все, сорян, так ничем не, пом не могу помочь. Блин, а патронов-то тут почему не валяется случайно? Ну, Вот бывает. стрела валяется, милитари магазин не Стрела. валяется. Да я уж... Странно, да? Стрела валяется, милитари магазин не валяется. Очень, динамит валяется, прикинь. Фу, Динамит. форма валяется, этот, чё это? Вот броня валяется. Не, реально, Hard World так-то прикольная игра, надо будет ее как-нибудь купить. Чё за Hard World? Я тебе показывал. Да фу. Я в нее Да нет. поиграл еще ужас. Поиграл он в нее как? Не ссы, у меня свои связи. С Обамой, да? Пиратка называется. Пиратская связь у меня с Обамой. Нет пиратки на хардкоре. Есть уже, я ее сделал вчера. Ты что забыл? Угу. Я. Я на этом. На армейке. А я еду потихоньку. Я еще далеко от нее. Ну, а, ты на этом был? Я на... На трассе. Да, на трассе. За Наташей ездил. Любишь ты на трассу ездить? За Наташей, да. Она мне скидки делает. Уже. Бесплатно-то никак не получается, да? Получается. Ну, а что тогда на трассе ездишь? Ну, там иногда там. Там иногда получше, да? Да, Наташа там. А кто это такой? Эй, не дави меня, чувак. Не дави меня, не дави меня. Все, ладно, побежали. Да блин, как выйти-то из машины, а? Так, вот на, короче, нож. Все, у меня есть нож. Вот, а, у тебя есть военный нож? Есть, купил. Да как так-то, Г? А чё у меня он не достается на двойку? Что-то у меня сервак лагает, пожру. Достался. Ты не, до... не на двойку достал. Тачку стырят, отвечаю. Лол, у меня нож не берется. Во-в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 о-
ты его огрешь-то, а? Дебил. Ладно, вернее, Сеня, ладно. Отстань. Разбирайся с ним дальше сам. Блин, чуть-чуть не согрел все. Ой. Всех согрел. Молодец, Арсений. Молодец. А я бегу тихонько. Сейчас полечусь, всех убью. Ну давай удачи. Я пока пытаюсь вайпер найти. У нас там, наверное, тачку уже угнали. Воу-воу, полегче. Чё, наступают нигеры-то? Чё это лежит? Фонарик? Ты меня как-то ударил. Саня, да ну, как же он тебя ударил? Иди сам ищи. Я говорю, спасибо за патроны. О, милитарный магазин для тебя нашел. О, молодец, красавчик. Мэн. Где? Вот, из зомбака выпал. Из зомбака? Ну да. Мощно. Я, короче, его знаешь куда? Я около шлагбаума. Прям к шлагбауму его. Да, его сейчас заберут. Так, кто его там заберет? Кому он нужен, кроме тебя? Да ну, умирай, тварь. Это что такое? Милитари магазин? Это милитари магазин, шлагбаум. Ой, я то, что. А я тут не милитари магазин, а заправку для него нашел. Этот военный, который. Ну. Р, так, сейчас пожалуйста. Пауза. Пауза. Итак, мы продолжаем. Нападайте. А чё у нас сейчас тачку, да, у этого? Или нет? Или это ты стреляешь? Я стреляю. Ну и все тогда. Тогда живем. Ой, antournetserver.com. Ладно, я тогда залезу на эту, на которую ты уже залазишь. Вышка? Да. Которая ты на все вышки залез? Нет, на три только.
Тогда я вот на эту, которую в углу сверху от входа. Справа, слева? Справа. Да, на нее я не залазил как раз. Слева, вернее, справа ты. Блин, от входа? Я нашел Avengers магазин и что-то. Оранжиш магазин нашел. Оранжиш. У тебя нету магазина случаем? Сабертас. Сабертас. Нету. Очень жаль. Давай уедем отсюда, га. Уедем. Если у вас там тачка, это ты с рюкзаком? Так я с рюкзаком, да. Читер. Вот на этот не залазил. На все залазил. Уже. Я на него не залазил, кстати. Вот тут дробаш валяется. Дробаш? Дробовик. А, я выкинул, который, наверное. Я его случайно... тачки приехали, пацаны. Не понял. Ну садись в машину-то. Наш тачку фигачит. Я всё бегу. Они дураки, меня бьют. Слышишь, у меня машину не садится в тачку, чувак. Мой. А, Вова, у меня тоже сидел. Тачку бьют. Все, я поехал, пацаны. Стой, а я? Давай быстрее. Ломай ихнюю машину. Забирай ихнюю тачку. Ихнюю. Садись в ихнюю машину, быстрее. Все, уезжаем. Уезжаем, за мной есть. Нафиг. С тачкой они еще будут ездить. Просто выкинь её куда-нибудь. Поехали. Да, сука. Да. Видели, Саня. Вообще твари. Вот что бывает с теми, кто... Поехали за мной. Там еще бенз есть? Ты самоубийца. И Сеня убийца. Заезжай. Вот тут ее кинь, короче. Он может на вышку? Да че у него там 3% бенза еще? Ну все, кинь ее тут. Вот, молодец. Прям, четко. Ну куда дальше-то поехал? А че? Я-то тут стал, этот достал, вернее... приделывать сбоку. О, на вышку? О, да, у меня тоже шипы есть, давай я тоже приделаю тебя. Приделывай сбоку. С какого? Так, погодь, отойди. Вот с этого. И спереди еще ставь. Вот, идеально. Подстава? Спереди ставь, говорю. Да у меня только одни шипы. А, ну все туда сейчас. Едем в город. Поехали. А я пока... О, тачка. Сейчас. Это, которую я выбросил, да? Без проблем. Воу. Я нифига не вижу, у меня тут синее все. Ребятки! Хедшот. Сейчас все будет. Выпрыгиваем из машины, пока ее не сожгли. А, так не об шипы убились. Ладно, садись, Арсений. Чувак там сверху. На тачку залез. Ребята! Ну-ка давайте все об шипы об наши поубивались быстро. Хи-хи-хи. Че не? Я помню, мы делали зомби-мобиль как-то раз. Они бегут. Ну-ка задний. Да, как ты помнишь, мы делали? Задним, ребятки. Опа. Опа. Минуса пошли. Че, не? Мало минусов, больше минусов надо. Оп. Все. Вот заправка, давай тут тачку кинем. Нет, давай сейчас всех завалим. Все-таки машина-то раритет. Зомби-мобиль. Анти-зомби-мобиль, да? Сколько? Ноль. Я живу, у меня ноль. Да как ты так выпрыгнул из машины-то? Прикинь, как ты выпрыгнул. Сейчас, короче, тогда медпункт собегу. Короче, пауза. И мы продолжаем. Вот какой чел прибежал в белой маске и тачку даже не стоял. Ой, Сань. А. Так, ох, в машину срочно, в тачку. А, я умираю, у меня воды ноль. Как ты умираешь, не надо? Надо, все. У них глаза. Упс. Я на берег. Я сейчас сдохну. Я впервые, у меня... А, нет, я не сдохну. У меня просто ноль хп. Офигеть. Беги сюда, ты пыхнешь меня. Да, это где? Я на берегу. Прямо ты пыхнешь, говорю. На берег беги быстрее. А, вот где.
Так я на берегу только. Ты меня нашел? Да. Сюда сейчас все. 7. У тебя лечебки есть? 6. Нет. Ну, подыхай уже быстрее, тормоз. 3, 2. Зомби. Опа. 3, 2, опа. Ныряй. Я их ушатаю сейчас. Ныряй. Арсений, ныряй. Мне нужны мои вещи. Там топ. Уп. Ты подыхай уже. Да. Пахусь. You have sent it, tape. Я реку себе. Только нельзя двигаться, так что. Ну, это я. Это мы-то для себя поняли, то, что нельзя двигаться на самом деле. О, привет. Привет. Арсений и Мистин. О, у меня 5 хп. Нифига, монстр. У меня тут вайперов магазинов еще миллион. У меня только 5. И то хп. Так, подожди, надо клеем упороться, так, чтобы хоть что-то. О, все зелененькое, все отлично. Садись в тачку, повеселимся. Надеюсь, ты ее сейчас не утопишь. Не знаю. Посмотрим, да? Попрыгаем через огонь. Через что? Надо зомбарей ехать убивать, у нас тачка же все. Крутая, рылая. Крутая, вернее. О, это случайно не наш сервер. Ой, не наш дом. Ладно, в общем, давай здесь закончим. В общем, все, мы тут заканчиваем. Давай сейчас из машины как-то вылезу. Блин, да выходи ты из тачки-то. А, хватит, хватит, говорю тебе, в машине. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Саша Тюнинг, Фридей, Антернет 8-я часть. Вторая часть закрытия. Всем пока.